Привет! Мы рады видеть вас на нашей площадке! Друзья, сегодня у нас в гостях человек, которого знают все благодаря необычному мейкапу. Внимание на экран! Стандарты красоты меняет жительница Якутии. Огромные брови девушки стали настоящим хитом соцсетей. Эта обычная якутская девушка, нарисовав себе широкие брови, стала суперизвестной. Пока другие ее бурно обсуждают, Анжелика Протояконова, которую в социальных сетях называют «бровастая Энджи», на этом без стеснения зарабатывает. Она единственная в Якутии, которая так успешно монетизирует свою популярность. Каждое ее появление в социальных сетях, каждое ее слово, движение – это деньги. Многие сей факт восхищает, других раздражает. И никто не может понять, в чем ее феномен, почему она так популярна, чем притягивает. Притягивает интерес публики. В чем же секрет успеха Анжелики и успех ли это? Друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с этой неоднозначной девушкой. Предлагаю разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты поддерживают героя, защищают его точку зрения. Их предводителем буду я. Пессимисты подвергают сомнению точку зрения оптимистов. Я буду их поддерживать. Каждая из сторон аргументирует свою точку зрения, отстаивает ее и пытается убедить противников в своей правоте. В конце программы любой участник может поменять свою точку зрения и перейти в другую группу. Прошу каждого определить и занять место в выбранной зоне. Справа от меня – оптимисты, слева – пессимисты. Делимся! Итак, встречаем нашего героя. Самая неоднозначная девушка Якутии, известная своими большими бровями, а самое главное, умеющая зарабатывать на них. Анжелика Протодьяконова! Привет, Анжелика, как дела? Привет, нормально. Анжелика, расскажи о себе. Тебе дается минута. Кто ты и что ты успела сделать стоящего? Я Анжелика Протодьякона, мне 21 год, и я Бесмелина Кангаласкова родилась, и Покровске я там жила. У меня есть сын, ему 2 года. И все. Анжелика, как настрой? Ну, вчера 2 часа тренила вас. Анжелика, сегодня тебе будут задавать в том числе и неудобные вопросы. Будешь ты на них отвечать? Да, конечно. Правда ли, что реклама твой единственный источник дохода? Да не очень, сейчас вообще невыгодно. Сколько сейчас у тебя подписчиков в Инстаграме? 84 500 человек. Почему ты решила рисовать себе такие брови? Тебе не нравились твои собственные? У меня собственные есть, но они мало и очень, ну, мало штук есть. И это там, как, сначала у меня маленькие брови были, ну, черные так были, а потом меня в автобусе сфоткались, а потом по соцсетям отправлять. Ну, конечно, я первое время застеснялась, не красила, ничего, телефон даже выключила. А потом я думала то, что такой, ну, тренд сделаю. И побольше рисовала. Анжелика, нет, ничего страшного. Что ты будешь делать, когда пройдет твоя популярность? Ничего, дальше жить. Но это не пройдет, это всегда будет в тренде. Хорошо. Анжелика, чего ты хочешь добиться в жизни? У тебя есть цель? Угу. Есть. Расскажи о ней. Хочу открыть суши-магазин. Итак. Перед тобой те, кто сегодня попытается узнать тебя поближе. Это учащиеся школ и студенты. Справа от тебя расположились оптимисты. Они поддерживают тебя, разделяют твои взгляды. Слева – пессимисты. Они сомневаются и могут подвергнуть критике твое убеждение. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Почему я выбрал сторону «за»?
Все очень просто, потому что все выбрали сторону против. Теперь вы молодой человек. Почему я выбрал пессимистическую группу? Да потому что я очень люблю критиковать, я вижу много недостатков, и я люблю находить их. Девушка? Я выбрала оптимистичную группу, потому что я сама оптимист по жизни и ищу все самое лучшее в людях. Ну что же, начнем. Задавайте Анжелике свои вопросы. Пожалуйста. Вы себя ощущаете клоуном? Нет, конечно. Нет. Мой вопрос. Вы, это ваш сценический образ или вы такая в жизни, реальности? Ну, я такая в жизни. Вам нравится то, что вы делаете? Брови? Да. Да. На самом деле, вот до этого каким вы человеком были? Таким же, как и сейчас? Да. В Инстаграме ты рекламируешь разную еду. В основном это вредная еда. Там суши, бургеры, пиццу. И после этого ты все это ешь сама? Ты сидишь на диетах? Нет. А зачем мне? Я же и так худая. Что вы чувствуете, когда вам получается, когда вас критикуют, ругают в соцсетях? Что вы об этом думаете? Только я не обращаю внимания. Мой вопрос связан с тем, что сегодня я вас увидел в Инстаграме. Нет, здесь, на студии, с несколько большими размерами, чем обычно, у бровей. Хотел бы спросить, у вас это связано с тем, что вы сегодня сюда пришли, вы их посильнее накрасили, или каждый день получается разные? Ну, иногда один день не крашу, иногда крашу. От чего зависит размер ваших бровей? А у меня размера нету. Размера нет определенного. Хорошо, оптимисты. Мне было бы интересно знать, как именно относится ваша мама, ну, к так называемому вашему творчеству. Сыну. Да, сценическому образу. То есть нормально ли она реагирует на это? Ну... Да, нормально. Когда я не крашу брови, мама спрашивает это, почему не накрашенной ходишь. А после того, как ваш пик популярности спадет, как вы собираетесь ее поддерживать? А я что-нибудь другое придумаю еще. А когда вырастет ваш сын, вы расскажете ему историю своих бровей? Ну, конечно. А он не будет вас стесняться, на ваш взгляд? Нет. Почему вы так уверены в этом? Или вы, может, пока сын растет, так и будете ходить с бровями такими? Не, когда вырастет, тоже буду краситься. А что? Ведь на дворе 21-й живет, все что угодно можно делать. Кто как может зарабатывает на бровях, на губах, на волосах. Мне вот как девушке интересно, у вас много денег на косметику уходит? Ну, я же в Инстаграме рекламу косметики же делаю. Я потом и на бартер беру. То есть они мне косметику, и я им рекламу. И на столешко тоже покупаю по 100 рублей карандаши. А какими способами вы вообще зарабатываете? В смысле? Ну, не только же бровями. Тоже работаю в магазине на ЭП. Извините, я не изучал вас полностью, да, но я исправлюсь. А у вас есть молодой человек? Нету. Ну, я сам не планирую, у меня своя девушка есть. Просто спрашиваю ради, ну, а кто отец там, не знаю, кто отец ребенка? Я, допустим, вот только вот буквально 10 минут назад узнал, что у вас есть ребенок. А вам какое дело? Анжелика, в Инстаграме гуляло видео, где ты с компанией отдыхала в бодливой козе, и ты была не в самом лучшем виде. Ты кричала на камеру. Что там произошло? Расскажи нам подробнее. А что рассказать-то? Вы же сами видели. Ну, я не повторяюсь на второй раз. Вот, можете сами заходить в WhatsApp, Instagram, посмотреть. По интернету гуляла такая горячая новость, то, что ты ездила на программу к Малахову. Угу. Действительно ли это? И почему в итоге никто не видел выпуск с тобой? Ну, я не знаю, я там пришла, волновалась, но я же по-русски разговариваю, конечно. Но там мне сказали, два слова связаться не может, тудум-сюдум. Но мне так сказали. В общем, только из-за твоей проблемы с русским языком не вышел выпуск с тобой. Ну, я не знаю, у меня там только два слова только спросил. Вы откуда и зачем вы так красите брови? И все. Я ответила... И что-то я не знаю, почему не показываю. Но это хорошо же. Зато я на халяву съездила на Москву. Спасибо, Анжелика. Пожалуйста. Пожалуйста, девушка.
Сейчас на дворе 21 век, и без образования никуда. Собираетесь ли вы получать среднеспециальное образование или высшее? А я не собираюсь учиться, я лучше работать буду. Но ведь чаще без людей без образования не берут на работу. Ну, сейчас учитесь, а потом куда на работу по специальности будете устраивать? Нет, сейчас даже юристов там на продавцов строят. Ну, юристов много, да. Да. Самих... Все. Да, учеба важна. Ну, нет. Если, нет, ну, важна-то важна, да. Ага. Но да. Это только время тянет. Если тебе работа твоя нравится, работай, пожалуйста, но не забывай про учебу. Можно заочек поступить. И так далее. Очень много вариантов. Поступай к нам в ЕГСХ. Хорошо. Давайте после этого, да, встретимся. Подумаю. Когда тебе будет лет 50, 60, может быть 40, может 70, неважно, ты уже повзрослеешь. И как ты будешь смотреть на себя молодую? Вот спустя вот этот большой промежуток времени, ты будешь жалеть о том, что ты красила так брови или нет? Я наоборот, буду хвастаться внукам. Ну, наверное, дочери. А ты не боишься критики от внуков и еще других своих будущих знакомых и друзей? Да, конечно. Если тебе нравится, самое главное, что тебе нравилось. Никого не слушай. Просто иди вперед. Добивайся своих целей, да? Благодарим вас всех за вопросы, а сейчас внимание на экран. Знаете ее, да? Да. Ага. Как ее зовут и что вы о ней думаете? Анжелика, но я ничего, нейтрально. Анжелика Протодьяконова-то, да? Провястая. Ну, она необычная, поэтому... Чем необычная? Ну, с бровями. Ну, она жестко брова стоит. Ну, я не ее фанатка, если честно. Ну, у каждого свои вкусы, поэтому ничего плохого и хорошего сказать не могу. А вот то, что она стала популярной, да, в Инстаграме, можно считать это успехом? В какой-то степени можно. Не все могут стать популярны в Инстаграме. Слишком привлекает к себе внимание. Ну, это Анжелика, звезда Инстаграма. Я думаю, что она ведет себя очень плохо, ведет необразно, пьет алкоголь, не смотрит за ребенком. Да. Ну, я думаю, она такая, как ее, гуляющая такая. Почему гуляющая? Но... Она самый позитивный какая, человек. Какая позитивная? Она же во всех интернет-соцсетях же появилась такая. Ну, кто может проявлять себя. Поведение не нравится. А что поведение не нравится? У нее было скандалы. Это просто люди уже не знают, на чем прославиться, на чем поставить свою знаменитость и делают всякие тупости, мне кажется. Ее можно считать вот успешным человеком? Трудно сказать, что вообще есть такой успех. Инстаграм, соцсеть, в принципе, звезды соцсети – это все-таки просто картинка, не больше. Ну, успешный человек – это который добился своей жизни, там, ну… Свои мечты. Да, свои мечты, да. А вот она добилась этого? Ну, наверное, да. Может быть, да. Хотели бы ей пожелать, например? Ничего. Ума, разума. Я бы хотела ей пожелать, чтобы она жила нормально, обеспечила ребенка, не гуляла. Вы знаете ее, да? Нет. Ни разу не видели? Нет. Давайте поговорим о нашем герое. Кто же она? Дайте оценку ее поступкам. Делитесь, как вы оцениваете ее поступки? И почему она так все-таки интересна нам и окружающим? Ну, конечно же, ты интересна своими большими бровями. Таких людей мало, но, честно говоря, ты не самая привлекательная среди девушек. Объясню, почему. Был вопрос задан, есть ли у тебя молодой человек? Ты ответила нет. Может быть, это одна из больших причин. Как ты думаешь? Ничего не думаю. Думаешь? Если было бы, я бы сказала бы. Но сейчас мне вообще не надо. Сейчас такое время, не надо мне никого. Хорошо, оптимисты? Я бы хотела сказать, что наша свобода заканчивается там, где начинается чужая. И ты своими бровями никому не вредишь. Получается, что тебе это нравится, ты этим занимаешься. Ну, пусть так оно и будет, если тем более это приносит тебе деньги.
Спасибо. Пессимисты, может, вы хотите как-то опровергнуть мнение оптимистов и доказать все-таки им то, что это не так красиво и... Ну, в плане красоты я рассуждать не буду, как бы твоя точка зрения, но именно вот в плане прибыли. Сейчас, как сказать, ты на хайпе, но как бы ты не сможешь поддерживать его вечно. И как ты будешь потом зарабатывать, если ты не, как бы, не хочешь работать по специальности, то зарабатывать нормально, как бы ты не сможешь, чтобы содержать ребенка и просто жить. Правильно говорит то, что ты не будешь вечно всем интересно. Это рано или поздно Анжелика пройдет. Меня это не волнует, не вопрос. Могу даже сейчас вечером домой пойти и что-нибудь придумать. Оптимисты? Мне бы хотелось высказать свое мнение. Ну, относительно того, что Якутия – это ну, достаточно такой ну, холодный такой субъект, там, где люди все буквально спят. Я думаю, то, что ты своими бровями все-таки, как ни крути, разбудила, я не знаю, людей, раскрыла, я не знаю, множество возможностей, скорее всего, я не знаю. Да, именно разбудила эту общественность. То есть люди в Якутии стали что-то обсуждать. И я думаю, то, что со временем все-таки ну, ты будешь нести только хорошее. Спасибо. А почему бы не начать обсуждать что-то, допустим, хорошее, чтобы действительно приносить пользу Якутску? Пессимисты? Да, хотел бы аргументировать свою точку зрения, почему я против. Всегда, когда я аргументирую свои точки зрения какие-то негативные к каким-то слоям социума определенного рода, будь то там эмо, готы, множество разных людей сейчас в 21 веке, как вы выразились, растет будущее поколение, дети. И многие дети имеют доступ к интернету, у всех сейчас есть смартфоны, телефоны, компьютеры, через них они могут зайти также в Инстаграм и посмотреть ваш образ жизни. То есть конкретно бровей тут тоже большой вопрос. Может, некоторые дети подумают, что это то есть, нормально, правильно. Ну, это ваше дело, вы считаете нормально, правильно. В общем-то, как выразились люди из оптимистов, прошу прощения, вред вы никому этим не приносите. Но все же подрастающее поколение, которое смотрит новости, опять же, какие-то громкие скандалы и образ поведения заставляет, наверное, ну, какая-то пропаганда идет. Я ничего не поняла. А что оптимисты могут сказать в защиту? В защиту? Можно сказать, что мы посмотрели видеофайл, да? Там спрашивали же детей, и они ну, не знали же о протодиагональной, да? Это показывает, что дети не слишком-то интересуются ей. Основной контингент ее странички – это ну, люди, как ну, не знаю, старшего возраста, наверное. Это факт, то, что не на встречке взрослые люди, но так как сейчас 21 век и социальные сети очень много значат для нас, мы без этих сетей не представляем свою жизнь. Они очень доступны. Дети уже с 5 лет имеют доступ к этому, и их не сформировавшееся детское мышление, да, может пострадать, потому что их примером, то, что они каждый день смотрят, заходят в Инстаграм, их примером является Анжелика. Я считаю, что это неправильно. И это принесет какой-либо вред будущему подрастающему поколению именно для Республики Саха-Якутия. Это лично мое мнение. Оптимистам есть что ответить? Вы вот говорите о том, что ее поведение будет влиять на детей, возможно, на ваших детей в будущем. Но вы должны учитывать тот факт, что все изменчиво. Даже возможно, что в скором будущем такие брови будут нормой. И для вас это не будет вызывать никакого удивления. Вы это должны понимать. Ты же все-таки являешься публичной личностью. И ладно брови, ладно, там не знаю, что ты там дальше придумаешь. Ты все равно светишься везде. Куда ни посмотри, все говорят, Анжелика Протодиаконова, бровястая Анжи и так далее. Может, тебе стоит призадуматься над своим поведением, то, как ты... Вот тот же самый видеоролик с бодливой козы, это не есть самый лучший пример, и как бы пора бы уже начать задумываться о том, что... Как бы, как следует себя вести. Ты же, как бы, публичная. Вы вот говорите, что она должна служить каким-то лучшим, с лучшей стороны, да, всегда? А что насчет родителей? Почему они не должны стать для них образом, как бы идеалом? Они же, это их работа получается,
сделать своих детей, воспитать, да. А это ее дело, получается. Каждый человек сам решает, что он должен делать. И неважно. Она же не, например, не рекламирует какие-то наркотики, допустим. Это просто брови. Что-то такого плохого. Ну, все равно. Ты... Для каждого ребенка социальные сети – это какой-то супергерой, там, не знаю, Человек-паук и так далее. То есть Анжелика тоже сейчас в 21 веке выступает как идеал для нашего подрастающего поколения. Я считаю, что человек не должен ограничивать себя какими-то рамками, и вот то, что вы осуждаете ее за внешние факторы, это ошибка, и я думаю, то, что это очень низко с вашей стороны, и главное то, что, типа, что она не приносит вред другим. Значит, получается, это нормально, норма получается, когда она выкладывает вот, в виде сбытливой козы, где она пьяная и так далее, и... Получается, это вот нормально. Это считается нормой. Подождите, подождите. Это откуда считается... вы знаете, что это она выкладывала? Может, кто-то ее хочет поставить? Да. То, что мы уже отклоняемся от норм, которые есть уже, были у нас столетиями, да? Вы вот сказали, да, этот молодой человек, он сказал, что скоро все будут ходить с такими бровями, и это будет возможно. Возможно. И это уже ужасно, что в будущем, возможно, это может измениться, потому что мы теряем то, что было создано нашими предками. И... Пускай завидуют, это зависть просто. В чем зависть? Ну ладно, в популярности, и что дальше? Вы говорите, я завидую, да? Или как? Вы утверждаете, что зависть. Ну, всегда же так было, да? Всегда так было и будет. Если у человека, да, допустим, сразу говорю, да, девушки, не обижайтесь, это все девушки завидуют тем девушкам, у кого и больше даже тысячи подписчиков. Докажите, так есть же. Докажите. Нет. Ну, не все. Не, ну скажите мне, какой нормальный человек сейчас из девушек начнет краситься вот этими толщенными бровями? Если у вас была бы дочка, и она начала краситься этими бровями, вы как бы подумали? Если это приносит доход, то в этом ничего плохого нет. Но этот доход не... Мы знаем, что по закону она должна отработать определенный стаж, чтобы получать в старости пенсию. Она отработает этот стаж в старости? И будет ли она получать в старости пенсию? Ответьте вот мне на этот вопрос. Дело в том, что это же не основной доход Анжелики. Она же еще и работает в ИП продавцом. Ну, у нее образование есть. Она получит это образование? Она твердо ответила, что она не собирается в дальнейшем учиться. Считаете ли вы, что популярность в Инстаграме – это успех? Что подразумевается под вашим успехом? Вы считаете, что вы успешны, что в Инстаграме у вас много подписчиков, вы успешны, у вас есть доход, но то, что у вас есть доход, это, по-моему, не успех. Успех — это новые научные открытия в какой-то сфере, самореализация. Я считаю это так, поэтому в этой сфере вы абсолютно проигрываете. А она разве не самореализуется? Вот. Себя она не открывает? Она самовыражается, не самореализуется. В чем заключается ее самореализация? Ну в чем? То, что она начала вот что... черной краской красить свои брови, это вот достижение всей жизни получается. В смысле, она еще же будет себя продвигать и показывать себя дальше. Откуда вы, кстати, еще вот, откуда вы знаете, что будет через несколько лет? А может, конец света будет? Нет. В самом начале вы говорили то, что люди порицают ее внешний вид. По-моему, сейчас уже наоборот, люди начинают порицать ее поведение. То же самое видео, вернемся к видео, да? Люди начинают порицать ее поведение, а не внешний вид. А вы сами никогда не бухали? Нет. Ну ладно, ребят. Касаясь именно, ну вот, насчет видео, поведения, там, бодливой козы и так далее, я считаю то, что, ну, как мы все знаем, Анжелике 21 год, она молода. Любой человек отдыхает в клубе. Да, там всякие, ну... может быть... Ну, в Инстаграме она прославилась на процентов 30-40 из-за бровей, но остальная часть, согласитесь, это было в том, как она выражала свои мысли очень криво и очень плоско, как она писала свои
хэштеги с ошибками. Как вы на это смотрите? Есть языковой барьер, верно? То есть, например, Анжелике трудно выражать свои мысли именно на русском языке. Но, как мы все знаем, контент весь абсолютно на русском языке. Человеку очень хочется, это свободная страна, каждый должен выражаться по-своему, и она старается, тем не менее. Я надеюсь, что в будущем у нее очень много времени, и думаю, что она подучит все-таки русский язык и станет все-таки более грамотной. Как мы спросили у нее до этого, она не выразила никаких амбиции, побуждений развиваться, учиться. Вы уже много раз ее пытались позвать в ЕГСХ и учиться, и в ПОС. У нее не появилось желания, поэтому это не факт, что она будет развиваться. И если вот посмотреть, когда ее страничка была открытой, можно было посмотреть ее там, как ухудшалась эта грамматика. Поэтому я не считаю, что это... Я знаете, почему я аккаунт закрыла? Там, короче, заходит, смотрит, комментирует и выходит. Зачем мне это? Мне же выгода надо. Я поэтому закрыла. Пусть подпишутся, они куда денутся, поэтому. Молодой человек, слушаем вас. Сейчас 21 век, ребята. Люди сами зарабатывают как могут. Тем более сейчас социальная сеть очень развитая. Из-за этого вот у нее есть сейчас 21 год. И у нее есть двухлетний парень, малыш, ребенок. Он скоро пойдет, например, в школу, в детсад и так далее. Вот. И ты молодец, и ты уже сама зарабатываешь свою жизнь на своего малыша. И ты молодец вообще. Сейчас, например, студенты даже берут от своих родителей. Деньги берут, например, и так далее. Сами не зарабатывают, а она зарабатывает. Почему вы, например, пессимистическая сторона, вот говорите, она плохая, у нее брови такие и так далее. Но она уже, сейчас уже 21 год, у нее есть стабильный доход. Пессимисты? Хотел бы сказать такую вещь. Если не ошибаюсь, в Инстаграме подписчиков 84 тысячи, правильно? 84 500. 84 500 человек. Страницы, аккаунты в социальных сетях, в интернете, начиная от 3000 подписчиков, являются средством массовой информации, то есть СМИ. Человек становится публичной фигурой, и, как сказала Анжелика, неужели вы никогда сами не отдыхали так по-бурному в клубах? Человек, который становится публичной фигурой, он уже просто должен себе давать какие-то рамки ставить, чтобы не позволять публичной фигуре, которая потом... либо от ее лица, либо от лица других людей, которые хотят, может быть, подставить ее, да, или, может, кто-то завидует ей, выложить это видео, но итог остается один. Публичная фигура в не лучшем свете показывает свое поведение, соответственно, показывает дурной пример. Можно ответить, да? Не она первая, не она последняя будет таким человеком, публичным. Тот же Киркоров, например, он что сделал недавно? Или уже что давно? Он сделал? Ну, тот же Джигур, да, есть. Ну, девушку сбили. Ну, типа такого. Родители уже показывают вас как дурной пример, каким не надо быть человеком. Я, конечно же, понимаю оптимистическую сторону, которая говорит, что сейчас 21 век, она делает то, что ей хочется, она зарабатывает так, как ей угодно, но все же не надо забывать то, что вы являетесь то есть популярной публичной личностью, да, средством массовой информации, и ваше поведение, оно распространяется в сети и уже рассказывается как пример. Ну, ребята, чего мы добьемся, если мы будем критиковать человека? Я думаю, все-таки, если человек в чем-то не очень хороший, я думаю, нужно его, наоборот, подбадривать на какие-то более положительные, хорошие поступки, верно? Ну, я думаю, то, что, не удалось там, я не знаю, вызвать некоторые симпатии. Ну, не знаю, возможно, со временем она исправится и начнет все-таки думать с возрастом, что лучше, а что нет, и, возможно, все наладится. Ну, пока... По большей части контент на ее странице это занимает реклама, и в новостях Якутска это негативные поступки. И ее внешний вид пока он к нашему менталитету он не подходит. И в нашем менталитете он уже то есть, воспринимается как нечто странное, неизведанное. Может быть, когда-то наступит такое, что это станет нормой, но пока это неприемлемо. И более того скажу, что популярность падает всегда, какой бы хороший контент ни был. И какой бы феномен ни был, придут те, кто будет пародировать, придут более другие, еще более яркие феномены, когда увидят такой феномен, захочется как-то переплюнуть. И популярность, она все равно идет. То есть надо задумываться уже более о других делах. Ну, желаю вам подумать.
Ну что ж, благодарим вас всех за ваше мнение. А сейчас, Анжелика, твоя очередь предложить аудитории тему для обсуждения. А почему люди заходят, подписываются на мою страничку и обсуждают, ну, комментируют? Потому что, наверное, интересно наблюдать за всякими скандалами и прочей вот этой неразберихой. Потому что люди любят шоу, люди любят кипяток. Они не любят спокойную и размеренную жизнь. Они хотят страсти и бардака, что присутствует в твоей жизни. А почему именно на мою страницу заходят? Я же говорю, присутствует в твоей жизни. Я же не одна звезда. Ну, видимо, бардака у тебя больше. На тебя подписываются, чтобы потыкать пальцем. И все? Да. Ну, проще говоря, это все черный пиар, да. Все началось с бровей, но дальше большая часть популярности, как уже говорили, пошла именно из-за поведения, из-за поступков, которые, можно сказать, даже асоциальными. Потому что, как бы, вот человек говорил, что если вы становитесь популярной, то надо уже отдавать себе отчет, что вас могут снимать, вас могут увидеть где-то, и это, как бы, пойдет в массы. Надо как-то сдерживаться или контролировать себя. Есть куча людей, которые совершают добрые поступки. Например, разные звезды, футболисты, спортсмены, они приезжают к детям, которые больны чем-то, либо в детдом, либо совершают какие-то социальные поступки, ну не социальные, а для города, озеленяют его или еще что-то. Анжелика занимается только рекламой, едой и бровями. Вот три фактора. А почему подписываются, а потом обратно подписываются? Ну, наверное, стесняются того, что они подписаны на тебя. Стесняются своих друзей, например. Не знаю, потому что думают, что то, что ты, типа, плохой пример, то, что я подписан на ее, мои друзья скажут, почему ты не подписан, она же плохая. Поэтому они сначала подписываются, что-то обсуждают, а потом отписываются. Это вот я так читаю. Либо же причина такова, то есть, ну, как всем известно, закрытые аккаунты, они обычно не высвечиваются именно в ленте новостей у человека. То есть люди такие, кстати, была же какая-то Анжелика, нужно посмотреть, что с ее жизнью сложилось, типа, спустя там какое-то время. Они подписываются, следовательно, на закрытый аккаунт, ты, следовательно, подтверждаешь, они смотрят, ну, не узнают ничего, видимо, нового, и отписываются. Ну, честно говоря, да, получили то, что захотели, и, ну, следовательно, так. Наша жизнь, она вот бывает иногда сложной, скучной, и вот такие вот люди, как вы, не в обиду, но я вас считаю неким подобием клоуна. То есть я бы подписался на вас, допустим, чтобы посмеяться. Ну, без обид, но это, я надеюсь, ваш образ. А почему меня за спиной, ну, в Инстаграме, да, комментируют плохо, а в лицо выдержат, они как будто мне, ну, только хорошие пишут. Ну, за спиной говорят, а в лицо нет. Почему так? Люди такие лицемерные. Менталитет такой. Ну, слава такая, значит. Все говорят сладкие слова, за спиной гадкие слова. Острые говорят. Слова, да? Ну, вот. Наверное, из-за того, что люди не хотят подходить, так как ты провоцируешь в Инстаграме только зло. Где-то, как ты говоришь, бухаешь, где-то, как говоришь, с кем-то подралась и поломала ноготь. Они боятся, может быть, этого, что ты их ударишь и снова поломаешь ноготь. Они, может быть, боятся. А в Инстаграме написать то, что ты плохая или некрасивая, ну, ничего не произойдет. Ты заблокируешь их, они думают, ну, господи, заблокировала, так заблокировала. В этом ничего нет такого. Почему оптимисты молчат? Вы же должны как-то контрнаступать, что ли? Ну, жарко, поэтому. А у оптимистов закончились аргументы. Наступает момент истины. Ребята, поменялось ли ваше мнение о нашем герое? Если поменялось, можете поменять свою группу. Пессимист, который проникся доверием и симпатией к Анжелике, может перейти к оптимистам. И наоборот. Переходим. И вы перешли на сторону пессимистам. В какой момент ваше мнение поменялось? Вы долго и упорно отстаивали ее мнение. Почему все-таки разочаровались в ней?
Потому что их друзья ее позвали, она туда пошла. А вдруг у них мнение поменялось к тебе? На самом деле, перешла на сторону пессимистов, потому что поняла, что на самом деле, ну, мне не хочется говорить плохо о человеке, но все-таки она не хочет сама, ну, учиться чему-то новому. Из-за этого? Из-за этого я не учусь, поэтому ты туда пошла? Это видео из «Подливой козы». Это поведение, то, что... Да, негативное отношение к учебе и вообще... Мне бы не хотелось, чтобы о нашей молодежи или о нашей республике, ну, говорили и ассоциировали ее вместе с этим, ну, с ней. Девушка, а почему вы поменяли свое мнение? Потому что я считаю, что каждый человек должен иметь хоть какое-нибудь образование, хоть чем-то заниматься и увлекаться, хотя бы знать что-нибудь. И для меня это очень странно, что вы не хотите заниматься самообразованием. Итак, объявляю итог. Пессимисты переманили на свою сторону двух людей из оптимистов. И сейчас, Анжелика, вопрос к тебе. Кто из наших участников наиболее понравился тебе своей рассудительностью, остроумием или, может быть, удивил тебя неожиданным вопросом? Вон он это спросил. Представься. Меня зовут Коля. Я учусь в Якутской ГСХ, то есть сельхозакадемии нашей. Ага. Учусь в третьем курсе агротехнологического факультета. Анжелика вручает лучшему участнику свой сувенир. Лучшего игрока мы приглашаем на финальную встречу перед Новым годом, где встретятся все сильнейшие. С вами была программа «Я молодой» и ее ведущие Виктория Маркова и Антон Васильев. До скорых встреч! Пока! Программа «Я молодой» мне, ну, понравилась. Люди спрашивали вопросы, обсуждали, ответили на мои вопросы. Ну, очень хорошо ответили. Мне очень понравилось. Всем пока!